не понимает, за что не понимает. Если вы только знали, зомбированы вы все. Не ругайтесь, не ругайтесь. Разберитесь, слушай, кто... Не ругайтесь. Вот я вам скажу, там русская армия воюет. Вы можете мне не верить, я оттуда. Я вам не верю. Почему? Я верю. Очевидец. Подождите, солнышко, вы знаете что? Вот я вам скажу, если бы это я была бы мужчиной, и вот в таком возрасте, как вы, я бы сейчас тоже, наверное, в Донецке воевала. Понимаете? С Украиной воевали бы? Да. Ну, не с Украиной. Неужели вы думаете, что это Украина делает? Подождите, а куча вооружения, куча войск, откуда? А у нас откуда? Откуда Майдан был? Давайте начнем сначала. Откуда эта заварушка началась? На Майдане, который вы сейчас славите, славите, да? Славим. Славите. Потому что мы прогнали Януковича, бандитскую власть. Правильно, и теперь как нам хорошо. Путин хороший. Вы прогнали. Подождите, при чем здесь Путин? Это Россия. Да, я его уважаю, конечно, но это не наша страна. За то, что он войска сюда присылает? А вы это знаете? Я оттуда приехал, я это видел. Да, вы да, это видели. Вы видели, как видел. Путин... Я вам говорю, я начал, вы мне не дали лично договорить. Вот что если бы... Я уверена, что там русские, наверное. Что русские там, безусловно, есть. Вот у меня мама украинка, а папа русский. Мне что, разорваться, да? Вот что вы предлагаете мне? Мне тоже. Я тоже этнический русский. Вы этнический русский, я наполовину украинка. У меня мама самая лучшая в мире, она украинка. А вы против? Знаете, я русов... И я русофобом стал, потому что правильно, русские поддерживают интервенцию. Солнышко, вас делают русофобами. Конечно. Даже кто? Не украинцы. Американцы. О, вы смотрите русское телевидение? Нет, у меня его нет, к сожалению. У меня только украинское. Откуда Но у вас я советский мысли? Человек. А, вот в том-то вот и дело. Вот. Что... Я пережила войну, мне 80 лет, понимаете как? Я пережила войну, когда нас русские приняли в Сибири, когда мы бежали с Украины, немцы наступали. Дали нам свои комнаты. Вы сейчас дадите кому-нибудь свою комнату? Никогда в жизни. А вы посмотрите, насколько здесь патриотизм и насколько здесь все... Вы считаете все... это патриотизм? Вот это вы считаете... Послушайте, те беженцы, которые уезжают в Россию, они там их посылают, там, не знаю, в Магадан, за Урал. Они там ничего не видят. Они никому там не нужны. Вы это знаете? Русские. А вы это русские знаете сами. Вот я никогда не скажу того, чего я не видела. Я знаю, у меня родственники там. Они тоже в ужасе. Они в ужасе. Нет. Они выехали туда. А теперь можно я вам скажу? Можно. Потому что мы ездили, безусловно, каждый год в Крым. Это Крым, это знаете? Да. А я вообще преподаватель бывшего мединститута. Но кончала я университет. И наши сокурсники там в отсаду работали. И вот сокурсница... Значит, это, она позвонила и мне говорит, вы нас там презираете? Я говорю, Валя, ты что, с ума сошла? Я говорю, мы вам завидуем. Знаете, мне кажется, вы просто не можете поверить. Вам кажется, что Россия – это как наследник Союза. И солнышко, подождите. Вы родом из Союза, вы не можете просто в это поверить. Подождите, что Путин вы знаете, сюда войска я вам прислал. Такое скажу. Вы же не верите в это? Во что? Ну что, Путин сюда войска прислал, вы не верите в это? Да он... Я вам еще говорю, если бы я была в России русский, я бы тоже, наверное, пошла помогать своим. Потому что Украина – это наша своя. А что, плохо жили мы без войны 23 года? У вас кто-то обижал русскоязычного? Да, а вы знаете, сколько раз за мою жизнь здесь, на Украине? Вернее, я вам другой вопрос задам. Скажите, вот смотрите, Советский Союз был такой, всех сажал в тюрьму, там, не знаю, всех. Кравчук, ваш любимый, первый президент украинский. Он, значит, здесь поставят вам. Я-то уйду из жизни, мне, как говорится, мне жалко своих родственников. Значит, здесь должны стоять ракеты против России. Слава Богу. Второе, будем подождите голосовать за. Да? Ой, мне вас жаль безумно. Второе. Вы и ваши дети – дешевая рабочая сила для Запада. И второе, это штампы. Подождите, это не штампы, это мое убеждение. Это Путин так всех учит своих, по своим каналам. Боже, вы мне такой комплимент делаете, что Путин еще мною занимается.